Тюмени открылся реабилитационный центр для детей с аутизмом и ДЦП. Появился он по инициативе мам. Теперь у малышей появился свой дом, куда планируют приглашать докторов из Тюмени, Челябинска, Уфы, Нижнего Новгорода, Китая и Польши. То, насколько это сильное сообщество родителей, доказывают уже годы, проведенные вместе, и результаты. Например, есть история про девушку с ДЦП, которая благодаря инициативной группе прошла лечение и заговорила. Или малыши, которые могут вставать сами на ноги. Мой ребенок, он начал делать первые шаги. Это самое главное. И с каждой реабилитацией наши двигательные навыки, они все улучшаются и улучшаются. То есть сегодня мы уже перемещаемся за ручку вместе с мамой. Пусть некрасиво еще пока в начальной стадии, пусть не, но мы идем.